house. Fucking assholes. Чисто. Это пиздец. Connecting to the emergency call center.
Хорошо, а ваше мнение совпадает с мнением вашего продвинутого знакомого? Ну, понимаете, да, конечно. Но я считаю, что это правильная позиция. То есть, фактически, речь идет о том, что в нашей стране нефть – это особый товар, у которого особая конъюнктура, как и у всех. Ебаться в рот, ну.